«Мама, папа, я» – спортивная семья. В Самаре уже не первый год проходят физкультурные соревнования среди семейных команд. Калиновские на старте чувствуют себя уверенно. Папа Женя, мама Юля и сын Дима с физкультурой не только дружат. Спортом они занимаются регулярно. Главное – семейный дух и поддержка, уверены они. Эта формула успеха работает и в жизни, и во время соревнований. Решили, что надо показывать пример младшим, ну вообще детям, что быть вместе, что вот этот спортивный образ жизни. Молодежь – это наше все, и поэтому мы, как старшие родители, ну вообще в целом родители должны показывать, что дети должны заниматься спортом. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Организатором финального этапа городских соревнований «Мама, папа, я, спортивная семья» выступил Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Всего за месяц у нас приняли участие более 100 команд, а это 300 человек, потому что семья у нас участвует папа, мама и ребенок. Каждый год у нас приходят новые участники, выходят в финал. Это говорит о том, что происходит нешуточная борьба. Люди приходят, понимают, состязаются, выигрывают и осознают всю значимость и важность занятий спортом. За звание победителя боролись 18 команд. Они были разделены на две возрастные группы – с детьми 7-9 лет и 10-12. Семьи прошли 11 испытаний. Среди них – надувные лыжи, мини-гольф, хоккейный фристайл, забег сумоистов, белящее колесо и другие. Для всех участников приготовили призы и подарки. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.